Ой, мы что, уже снимаем, что ли? Если не хочешь, чтобы тебя мамка отпиздила, смотри это видео в наушниках. Простите меня за этот пиздец, дорогие. Напоминаю, что меня зовут Келли. И это мое новое охуительное шоу на Ютубе. Free Fire в реальной жизни. Шоу, в котором мы наблюдаем за самыми жесткими замесами наших подписчиков и комментируем их вместе со мной. Секси Келли. Если вы готовы начать прямо сейчас, то прожмите лайк и подпишитесь на этот пиздатый каналчик. Лайк. Я очень надеюсь, что такой формат шоу вам очень понравится. И если мы соберем 10 тысяч лайков, я выложу второй выпуск Free Fire в реальной жизни, который будет еще круче и смешнее, чем этот, от которого вы будете ржать и охуевать еще сильнее. Но это не точно. Я за свой базар пиздой отвечаю. Сильное заявление. Итак, давайте посмотрим первый ролик, который нам прислал подписчик по имени Абдулляль Халиль. Простите, это ролик из другой передачи для взрослых. Брат, чё? Какого хуя тут творится? Где мы? Это похоже на какой-то самолет, и кажется, надо прыгать с парашютом. Чё, в натуре, что ли? Да, брат, ты где? Я уже прыгнул, долбоёб, это голосовой чат. Какой еще голосовой чат? Хуй знает, прыгай давай. Ебать нахуй! Ебать, о, как охуенно! Как я понимаю, Абдулляля, ведь я испытывал такие же эмоции от первого прыжка. Брат, что за долбоёб за нами гонится? Брат, что за долбоёб? Я не знаю, брат! Газуй, блядь, газуй, блядь, газуй! Ай, суки, все равно догоню вас, пидорасы, догоню, блядь! Брат, какого хрена тут происходит? Я не знаю, брат, но нам надо найти оружие. Давай посмотрим тут. Постой, брат, посмотри. У этих домов нет дверей. Да, в натуре. Эти дома без дверей. И чё? Ты чё, тупой? В доме без дверей будет вот? Ты прав, если спиздили дверь, значит вот тоже. Похоже, эти идиоты не знают, что в нашей игре ни у одного дома нет дверей. Брат, я вижу еще впереди один дом. Хорошо, давай его проверим. Да, без Б. Сука, кучки, блядь. Ебаться в телевизор! Это халупа без дверей. Просто нам нужно быть быстрее, чем наши враги. Я тебя понял. Заебись. Слушай, а нахуя они двери с собой берут? One hour later. Да вы задолбали! Короче, давай посмотрим. Это уже 31 дом. Я подозреваю, что это особенность данной карты. Да. Я был прав. Смотри, сколько тут лута. И нахуй мы столько ездили? Долбоёб, это же была твоя идея. Мог бы проверить и дома, а хули нет. Давай вернемся назад! Только представь, сколько лута мы с тобой пропустили. Ай, говори вам не мама в детстве, что я тупой. А я тоже тебе говорю, что ты тупой, а ты мне не верил. Ладно, давай заберем эти шмотки. Кажется, это завелся твой мотик. А это мой? Чё за херня? Эй, козел, слезь, это моего бати мотак! Он у него в кредите до сих пор, блядь! Пошли нахуй, долбоёбы! Передай бате салам алейкум! Это батя, он не виноват, что такой тупой. Кто-нибудь скажите ей, что мы уже снимаем. Следующий видеоролик нам прислал Павлуша, друг моей подруги Мочи. Павлуша, как же я люблю этого покрыша. Давайте посмотрим на его эпичный замес против сквада. Братья, уходите, я затащу в соло. Но ты же бот! Павлуша, мы никогда не забудем этот твой поступок. Заебали, побежали уже! Ай, 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 вчетвером на одного, боты ебаные! Вообще-то я один, сучка тупая. Думай, Павлуша, если он... Действительно один, то я могу вспомнить уроки СНС от Самуэля Джексона, выскочить прямо сейчас и ёбнуть ему лучшую оттяжку в своей жизни, и тогда смерть Вероничке не будет напрасной. Тем более он бот, зажимает. Вероничка, я сейчас! Вот дерьмо! Конченый зажимщик, достань пистолет или засал! На тягах давай! Нет, их минимум двое.
Но они оба боты. Его тиммейт прыгает и стреляет. Он явно начинающий игрок, который еще не видел обучалки от Самуэля Джексона. И он не знает, что в прыжке разброс пуль больше. А у Владика не было нормального оружия. А у меня в руках калаш. Владик! Сдох твой Владик, сдох. Сейчас замутаюсь и тебя ёбну. Ай, ай, сука! А вот это уже проблема. Похоже, очкарик их лидер, и он явно играет лучше других и умеет давать оттяжку. А значит, у него есть шансы против меня. И если я выскочу, то все уже решит только скорость. Владик не был такой резвый, как я, хоть и худее. Сейчас выскакиваю и ебашу оттяжкой по очкарику, как учил Самуэль Джексон. А потом ебашу по оставшимся двоим ботам. Смелее, Пэвуша. Ты справишься. Это что за нахер, пацаны? Господи, это Пэвуша, топ-2 СНГ региона! Он сейчас ёбнет оттяжку, ребята! Мне кажется, было плохой идеей судить Пэвушу. Да забей, это ради лайков. Все будет нормально. Скажем, что это просто рофл. Я это понимаю, но ты объясни это игрокам. А им скажем, что Пэвуша притворился ботом для видео. Хорошо, но если все узнают, что на турнирах играет не он, нам будет пиздец. Все будет нормально, не очкуй. Итак, давайте посмотрим следующий наш видеоролик. Его нам прислал Махмуд, олд нашего каналчика. Чё за хуйня? Я попал в игру? Охуеть, не встать в рот мне ноги! Стрелять, колотить! Футбольная футболка, которой мне как раз не хватало в коллекции! Охрененная хрита-тея, мечты сбываются! Не могу поверить, еще и штанишки ангела на мне! Так, соберись, давай пригласим кого-то к нам в лобби. Стасик, это ты? Да, ёпт, это я. Только тебя тут не хватало. А ты кого тут хотел увидеть? Сам же пригласил. Теперь я хочу отсюда съебаться. Я не хочу играть с таким мудозвоном, как ты. Кого мудозвоном назвал? Чего ж тебя назвал? Хули понтуешься? И меня в кадр? Слышь, грёбаный нытик, у меня эмоций все равно больше. Нихуя, нихуя, смотри какая есть. Слышь, грёбаный мудила, ты купил этот аккаунт, а я сам качался. Откуда эти штаны? Я купил этот аккаунт у популярного ютубера. Какой нахуй популярный? Он не популярный. У Смайла было почти лям, а ему их не дали. Ничего, блять. А ничего, ёб твой рот, эти штаны не достойны твоего аккаунта. Их не должно у тебя быть. Сними их и не позорься. И хватит выебываться своими эмоциями. Снимай штаны и уебывай из этого лобби. Слышь, ебанутый. Сам ты ебанутый. Это ты уебывай, это я тебя пригласил. Это ты уебывай из этого лобби. Ой, блять, начал. Уебывай. Я уебываю. Ага, у тебя есть авок, а у меня его нет. И что? Уебывай отсюда, я сказал. Уходи из этого лобби. Я хочу нормально поиграть. Ты первый начал эту хрень. Я тоже хотел уходи нормально отсюда, поиграть. Стас, по-хорошему прошу. А что ты мне сделаешь? А что ты сделаешь? Уебывай из лобби. Ты слабак, ты в жизни уебывай, ничего не сделаешь. Уебывай. Окей, я уходи. Я уйду. Уходи, долбоеб. А теперь давайте посмотрим на замес, который случился у нашего подписчика по имени Чмариль Ниньо, и как он вышел из этой ситуации, когда он только высадился на остров и оказался без оружия против врага. Сука, озабоченная, отвали от меня! Все равно догоню тебя, хуево, зачем убегаешь? Стоять! Отвали от меня, дай нормально залутаться! Опа, а? А че тут такое? А вот это уже интересненько. Так, как я могу это использовать против этой суки? Ага! Берем вот это вот, вот сюда вот. И по симбойсам. Ну давай, Сычара, давай, ща тебе устрою. Кись-кись-кись, выходи. Оу, что это? Охренеть, да тут же все, что надо. Сейчас замутаемся и догоним пидораса. Ебать, это... Ёб, ты че на завтрак ела? Хули так воняет? Тварь, тварь! Ха-ха, тупая, ну иди сюда. Ща тебя кулаком ебать буду. Не надо, не надо, прошу. А вот хуй тебе, я озабочен. Всегда мечтал кулаком в задний проход. Только не в зад, прошу, умоляю, я девственник. Давай лучше по классике. Какая нахуй классика, лови, ёпта, мой кулак в очко. Поверьте мне на слово, кулак в очко, это очень больно. Ну чё, пацанчики, погнали, ёпта. Ща будем еблета разматывать в пюрешечку. Петя, Петя, стой. Блять, ты чё, ебанутый? Ты нахуя в говне роешься? Не тут тому-то, пошли отсюда, давай. Брат, ты реально в куче говна коровьего хотел автомат найти? Ну давайте, говноеды, подходите, я полностью залутан, и сейчас буду раздавать вам пиздюлины царские. Гриша, Гриша, как там, чисто все? Я залутан полностью, можем выдвигаться в принципе. О, смотри, говорю же, в том говне рыться не надо, сюда бежать лучше. О, вот это по-нашему, заебись, пушечки. Ну все, в принципе, пацаны, можно идти ебальники квасить. Так, Гришаня, чмошники полностью залутались, я вижу, пошли ебальники ебашить. Ох, ебать, из-за шлема нихера не видно, лишь бы, блядь, не споткнуться, осторожненько. Пацаны, тихо. Я кого-то слышу. Слышишь, слышишь, это отец идет разъебывать. Подходите по одному, твари.
против одного, да? Окей. Так, так, Павлик, прячься, не торопись, не торопись. Он один нас трое. Трое? Да вы три бота, блядь, размажу вас на раз-два. Ай-ай-ай-ай, тихо, тихо, тихо. Ща, погоди, отец вернется. Это наш шанс, давай, Раша. А вот хуй тебе, наебал. Тупые ебаны, я не лекарь. Мне пизда, братан, подними скорее, прошу, да, прошу, умоляю, поднимай. Стенку поставлю и все нормуль. О, че очкуешь, давай вставай. Ай-ай-ай-ай! По съебесам, братан, по съебесам! Бро, что тут у тебя творится? Лови картечь, сукин ты сын! Долбоёб, ты зачем патроны тратишь? Дробовик, это ближе же! А, в натуре, чё-то я тупанул. Давай подлекаемся лучше и пойдем рашить. Слушай, братан, ща мы разъебем ебанов. Ай-ай-ай, суки, меткие оказались! Смотри, братан, как сейчас размотаю греной. Ну давайте, твари, ловите, блять! Ах, ебать, запрещенка! Без грены ты слабак! Подними меня, бро! Скорее подними, братан! Ща, тихо, успокойся, ща подниму! А вот поднимешь, я его добью! Твари, очкошники! Нахуй добивать-то сразу, пидорасы! Ну сейчас я вам, блядь, покажу, где раки зимуют! Давайте, пацаны, идем, смелее, смелее, он убегает! Ну давайте, смелее, смотрите, какая эмоция! Ах ты, сука, издеваешься, да? А вот хуй вам, у меня Кронос! Пробивайте ему Кроноса, скорей! Не жалейте патронов, стреляйте! Ой, да иди ты нахуй, заебал уже, ебаны, блядь, тупые. Кронус сила, ёпта! Буду я тут возиться, блядь, с вами сиськами. Всё, нахуй, отец победил, как обычно, ёпта. Топ-1! На сегодня это все видеоролики. Очень надеюсь, что такой формат вам очень сильно понравился. Напоминаю, наша цель 10 тысяч лайков. Да что тебе надо, ты заебала уже, только же жрать тебе давала. Это чё за нахер? Степа, ты это видишь? Ебаться в телевизор, это чё за хуйня? Да ну нахрен! Это как понимать? В рот мне ноги, чё за нахер? Мы так не договаривались! Блять, мягкая посадочка.